17 сентября Каспийск празднует знаменательный день для всего муниципалитета – День города. В связи с этим прошли тематические мероприятия. Так, воспитанники детской школы искусств имени Сергея Агабабова пришли поздравить деток дошкольного образовательного учреждения номер 23 «Лесная сказка». Мы сегодня привели очень много деток. Это и ансамбль барабанщиков наш известный, который в городе принимает участие во многих мероприятиях, хоровые коллективы, также солисты, народные инструменты и вокалисты. Все будет посвящено тематике любимого города. Началось празднование с гимна Каспийска, написанного композитором из Санкт-Петербурга Ольгой Никитичкиной. Отметим, что в скором времени гимн будет звучать на всех мероприятиях муниципалитета. Подобные мероприятия проводятся с целью сохранения памяти и истории города, а также патриотического воспитания подрастающего поколения. Это такое масштабное мероприятие, которое наши воспитанники, в котором наши воспитанники участвуют с большим удовольствием. Знаем, что культурное наследие города чрезмерно велика. Она создана нашими дедами и прадедами, держится на прочной основе. Думаю, мы вносим небольшой вклад в дело воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. И воспитанники прямо с детского сада должны знать историю своего города, традиции и продолжать в том же духе любить, ценить свой город и отмечать подобные праздники. Юные дарования школы искусств Сергея Агабабова подготовили яркие номера, танцы и песни на родных языках. Кроме того, украсили мероприятия и воспитанники детского сада, которые прочитали для гостей стихотворение о любви к своей малой родине. Наш город родной, мы тебя поздравляем, тебе всей душой процветания желаем. Спеши развиваться, на месте не стой, мы любим тебя и гордимся тобой. Завершилось мероприятие танцем от воспитанников и приглашенных гостей.